Незаконная свалка на берегу Иртыша. Жители деревни Николаевка застали нарушителей с поличным. Теперь им грозит административное наказание. Специалисты мэрии, чиновники облправительства, сотрудники Минприроды и правоохранители регулярно проводят рейды. Цель – контролировать соблюдение правил утилизации отходов. С начала года зарегистрировано около сотни нарушений. На сегодняшний день административная ответственность для граждан, которые сбрасывают с легковых автомобилей мусор, составляет от 10 тысяч рублей. Для тех, кто сбрасывает с грузовых автомобилей, в том числе типа «Газель» или с прицепов, до 40 тысяч рублей. Если сбрасывается с грузового транспорта, там ответственность может достигать до 200 тысяч рублей. При этом, если с грузового транспорта гражданин сбрасывает повторно, то возможно даже изъятие транспортного средства у него. Специалисты горадминистрации обращаются к омичам. Если вы заметили, что кто-то выгружает или сбрасывает отходы в неположенных местах, зафиксируйте происходящее на камеру, особенно автомобильные номера нарушителя и, по возможности, фото водителя. Об инциденте необходимо сообщить в мессенджере WhatsApp по телефону 8 923 685 56 31. Или прислать данные на почту mpr.monitor@yandex.ru.